Всех приветствую себя на канале успешных ICO стартапов. Сегодня хочу с вами поговорить о проекте Scrubs. Как вы видите, я сейчас нахожусь на официальном сайте данной компании. Он выполнен на английском языке. Пока что нет других переводов. Но я вам более подробно попытаюсь рассказать все преимущества данного проекта. Scrubs предлагает сделать криптоинвестирование простым и забавным. Убрать когнитивную нагрузку на инвестиции. Также запасное изменение от каждой транзакции в криптовалютах будет инвестировано через данную платформу в портфеле, скорректированное на риск по выбору пользователя. Также эти портфели управляются профессиональными менеджерами портфелей и обеспечивают максимальную отдачу от инвестиций. Как вы видите, сейчас идет уже второй этап ICO. До его завершения остается 5 дней 11 часов. Также вы здесь можете приобрести сейчас токены. И, конечно же, открыть здесь техническую документацию White Paper. Также уже собрано Soft Cup, как вы видите, максимально уже приближается к Hard Cup. Данная компания, в принципе, и платформа считает, что по мере расширения индустрии блокчейнов и увеличения количества стоимости криптоактивных активов, рынок криптоинвестиций также будет расти. Криптовые рынки, в отличие от традиционных рынков, безграничны, и они открыты, в принципе, 24/7, при условии, конечно же, минимального регулирования и предлагают огромный потенциал для роста. Из-за этих характеристик криптовые рынки представляют собой невероятную возможность для инвесторов на традиционных рынках. Также данная компания говорит о том, что все ваши данные защищены шифрованием и никогда не сохраняются на этих устройствах. Scrubs работает для защиты вашей информации, предотвращения несанкционированного доступа и уведомляет вас о любой необычной деятельности. Я сейчас вам хочу рассказать о главной цели данной платформы. Это же, конечно, сделать платформу простой и понятной для пользователей, чтобы каждый, в принципе, мог присоединиться к данной платформе и начать свой инвестиционный проект. То, что инвестиции осуществляются при каждой транзакции, создает естественный, в принципе, импульс для последующих инвестиций. Также каждая инвестиция предоставляет собой остаток от суммы транзакций, и поэтому пользователям нет необходимости тщательно все взвешивать перед тем, как сделать какое-либо вложение. Здесь также на официальном сайте вы можете, в принципе, посмотреть по графику распределения, что куда, в принципе, будет распределяться в процентном соотношении, то есть сколько процентов будет выделено на ICO, это 60, на команду 10, на баунти 5 и тому другие. То есть с этой информацией вы сможете, в принципе, ознакомиться самостоятельно. Также, в принципе, некоторые из отличительных особенностей платформы Scrubs – это, конечно же, то, что каждый может начать инвестировать на платформе Scrubs. Для этого всего лишь необходимо, в принципе, подключить ваш кошелек. То есть сначала пользователям необходимо подключить криптовалютные кошельки, которые используются для совершения покупок на платформе Scrubs. Также совершить покупку, как это они обычно делают. Вы можете решать также, какую сумму хотите округлить до ближайшей точки после совершения транзакции. И инвестировать остаток. То есть остаток с оплаты автоматически инвестируется в выбранный кошелек. То есть пользователю ничего не стоит делать, кроме того, как наблюдать растущие цифры в своем кошельке. Также здесь можно посмотреть дорожную карту. Здесь вы видите, что идея, в принципе, возникла в апреле 2017 года на такой платформе. И к 2018 году, к августу, то есть к этому они уже, в принципе, собираются укомплектовать всю платформу, то есть и достичь всех поставленных целей. В рамках Scrubs пользователи также и имеют возможность инвестировать именно в такой портфель, который полностью соответствует параметрам приемлемого риска. Здесь на официальном сайте также можете посмотреть команду, которая разрабатывала данный проект, советников, и, конечно же, социальные сети, в которых находится данная платформа. Сейчас хочу вам показать white paper, я его
взяла с официального сайта, там, в принципе, можно выбрать язык. Вот, то есть, если официальный сайт невозможно, то, в принципе, техническую документацию спокойно можно открыть на русском языке. Здесь очень много всего интересного и по графикам, и, в принципе, по токенам, вот, по распределению, все в картинках, все самые основные цели. Вот здесь вот все, в принципе, так достаточно хорошо разъяснено, вот поэтапный план проекта. Вот это то, что я уже говорила о дорожной карте, то есть в апреле возникла концепция, и как бы в августе 2018 это завершение проекта децентрализованного автономной организации Scrubs. Также заключение, и, конечно же, я считаю, что данная техническая документация будет очень полезна. Если же вы хотите ее взять на другом каком-либо языке, то, в принципе, на официальном сайте есть эта информация. Также можно посмотреть Bitcoin Talk ветку именно ICO компании. Вот здесь вы тоже можете отследить все последние новости, в принципе, писать какие-либо свои мнения по поводу данной платформы. Вот, и, в принципе, общаться. Также есть, конечно же, ANN и Bounty ветка. Вот здесь также самое вы можете, в принципе, писать и обсуждать данную компанию, также выполнять простые задания, которые вас требует данная компания, и получать за это вознаграждение. Вот. И, конечно же, хотелось бы вам показать уже социальную сеть, такую как Telegram. Как вы видите, 10915 участников уже в данной как бы социальной сети состоит. Вот, то есть активно уже обсуждают данную компанию. Я считаю, что она очень преимущественно, вот, и, в принципе, будет очень полезно для каждого. Что ж, осталось, в принципе, не так уже и много времени до завершения ICO, поэтому поспешите принять, как бы, решение, интересно вам или нет данный проект. Но я считаю, что, в принципе, он очень перспективный будет, и, как бы, платформа будет действующей, поэтому рискуйте на свой, как бы, страх, вот, если вам нравится, то, в принципе, почему бы и не проинвестировать. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Всем спасибо, всем пока.